Детская игрушка с необычной мелодией, повадки любимых питомцев и взаимоотношения в мире животных. Положительные эмоции предлагаем получить, посмотрев нашу юмористическую рубрику «Новости сети». Подборку самых смешных роликов подготовил наш корреспондент. Кот в шоке. Норка ведет себя так, как будто его нет. Представитель семейства куних ест перед носом у кота и совершенно не стесняется. Смотри, смотри. Смотри, может, укусить его. Этот задиристый малыш пытается забодать лошадь, но судьба поединка известна заранее. Всем нам знакомо такое состояние, как лень, но в исполнении домашних любимцев этот порог вызывает лишь умиление. А российские производители мягких игрушек прививают любовь к одному из популярных направлений музыки уже с детства. Каково было удивление родителей, когда в мягкого козлика вставили батарейки, нажали на кнопку и услышали совсем не детскую музыку.